спрятался. Все еще спят, потому что поздно легли. Марик вчера раньше всех уснул. Ну-ка, показывайся, что ты спрятался. Эй, малыш, ты знаешь, что ты сегодня домой поедешь? Ну да. Соскучился по дому? Ты не хочешь, чтобы тебя снимала? Ну, хочу просто, я немного стесняюсь. Ой, а чё стесняешься? Ты представь, что просто со мной разговариваешь. А там тоже Лола. Это нет, это, наверное, Кира. А ты что любишь рисовать? Ну, я с мамой. Угу. Вообще полезный. Очень приятный. А что полезно? Ну, всякие овощи, ягоды. Зелень вообще полезнее. А еще расскажи мне, что не полезно, кроме сахара. Много всего. Ну, все это животных, человеков. Ну, там все ступенцы, они есть. Там все вообще не полезно для стоп-леста, а полезно стоп-сыч. Привет, добрый вечер. А если тебе на улице кто-то предложит угостить чем-то неполезным, что ты скажешь? Я откажусь просто, если узнала, что это неполезное. Молодец. У тебя сильная сила воли. Очень редко кто из детей так может. Сегодня уезжаешь, все равно о нас заботишься, что-то там хлеб ставишь. Спасибо. Сейчас Клим лежит. Клим говорит: мама, я так привык к тете Юле. Мне так грустно будет. Нам всем будет грустно. Бабуля пришла, подарки Юле принесла. Да. Бананы. Сушеные. Вот это забрус. Это когда соты начинают вытаскивать с этих с ульев. И ну, вот это все знают. Да, снимают. И вот это. И фартук. Я когда-то все покупала забрус. Фартук. Ага. Вот один ношу, а один мог найти себе хозяина. Ну вот ладно. Как раз для Юли. Вот наш гость пришел на завтрак. Спасибо вам. Я с 10 часов пораньше пришел, пораньше встал, думаю, пораньше приду, пораньше покушаю, пораньше дела делать буду. 11:15. Не подали завтрак вовремя. Не ждете вы гостей вообще? Я смотрю. Блины откуда блины? Мама, мне блинчик. Нет. А себе блины. Это твоя мама делала. Дети тоже. Катя, корми уже. Может, тоже хотим блинчики? Допей смузи и возьмешь. Допей. Вова, допей смузи, пожалуйста. Папа, ешь вот эти вот штуки? Я все ем, все в порядке. Я кашу ем, кофе пью, блин, ем. А ты мне расскажи, как тебе спится в отчим доме. Сегодня ночью просыпаюсь в 3 часа. Ты уже рассказывал. Рассказывал. Так вот, было давным-давно, просыпаюсь я в 3 часа. Папа, да возьми. Смотрите, какой у нас тут хаос на кухне, когда мы много чего готовим одновременно. Вот Юля шаурму себе делает. Из остатков быстренько, как скоро на самолет. Я вот суп с Аней складывала на работу. Что, Вова? Мне кажется, я нут уберу, мы не успеем нут сделать, да? Вова пошел выбирать подарок для Марка. И Марк выбирает, что же он хочет. Вот большой. Тебе дорожек. Ты такой хотел, Марк? Это не один. Ну-ка покажи. Это который Вова дает. Вот, ты хотел себе такой именно? Или маленький, вот смотри, есть маленький. Нет, я ему 2 подарю. Да ты чё? Может, другого? Нет, 10. А, маленькую здесь, давай маленькую.
большую дичь. Вовка щедрый парень. О, молодец. О, красавчик. Большая дичь. У меня дичь. Много. Ты молодец, Вов, ты щедрый парень, тебе это обязательно вернется, мой хороший. Нет, это я вообще туда дали. Ну да, я и говорю, когда человек щедрый, говорят, щедрой руке всегда в два раза больше возвращается. Память, спасибо. А зачем тебе на такую память? Давай. Текстиль он туда. Нет, чтобы легче. Ну они же уезжают, Марта. Ну-ка, покажи, какой тебе лего. Как раз в самолете будешь собирать. А тебе купим подарок. Потом пойдем в магазин. Что это? Я хочу. Ну-ка, у тебя хоть зажили укусы? Ребенка покусали комары. Ну смотри, уже почти ничего нету. Вот Вовка покусанный только. О, крестики настаивал. Молодец, это папка так учил, когда чешется. Очень вот жалко. Да. Как лето. Да, почему так жарко, не пойму. Сегодня же не лето. Угу. Золотые мои. Все, пока-пока. Любим вас. Пока. Вот люди гадают. Непонятно, что это значит. Грустно. Ой, вот и случился тот день. Проводили Юлю. Ой, на улице, правда, как никогда жарко. В аэропорту было просто невыносимо. Ну, я рада, что они в такой день теплый уехали. Не замерзли, не промокли. Грустно, конечно. Я сейчас вспоминаю то время, когда мы предвкушали, ждали Юлю. Я готовилась. Там убиралась, что-то закупала. И 10 дней пролетело просто как мгновение. Мне даже не верится, что это реально 10 дней. Мы несколько раз, представляете, пересчитывали. Даже Саня говорит, как 10 дней? Не может быть! Ой. Ну, в общем, всем было хорошо. Муж мой выспался, потому что дома, сами понимаете, с утра пораньше дети бегают, там куда-то собираются, кричат, танцуют, играют. А там у своей мамы он спал спокойно, ему никто не мешал, его мама на цыпочках ходила, охраняла сон своего сыночка любимого. Я рада, что это свершилось. Мы с Юлей очень давно хотели встретиться, побыть вместе, чтобы наши дети пообщались. У детей всякие моменты были. Дети есть дети, у них свободные отношения, они могут 2 часа играть, потом 1 час вообще друг на друга не смотреть, либо там рассориться, и такое было. Ну, я считаю, что это нормально. Планов, конечно, у меня было намного больше. Я думала, мы съездим и на Исык, и на Чембулак, но погода была не очень. Несколько дней были дожди, холодно. Ну, и я, конечно же, слушала Юлю по ее настроению, настрою. Вот все, что успели, успели. Я думаю, что мы обязательно еще будем встречаться в нашей жизни. Я рада, что у меня есть такой друг на этой планете, такой единомышленник, друг, родственная душа. Так что, Юля, спасибо тебе за компанию, за то время, что мы провели вместе. Обнимаю, целую, на связи будем всегда. Сильное солнце. Я думаю, что я сейчас помонтирую немножечко и буду убираться опять дома, стелить постель, стирать, перестилать. Теперь готовиться к переезду мужа буду.